Обычно мы начинаем наш концерт с того, что демонстрируем нашу глубокую привязанность и уважение к той музыке, которую пропагандируем, классике. И сегодняшний концерт не будет исключением. Я начну этот вечер один и сыграю для вас каприз номер 24 Никола Паганини для скрипки «Сон». Евгений Алтунин, аккордеон. Денис Макаров, контрабас. Надежда Котнова, рояль. Меня зовут Александр Бартлянский. Я играю немного на скрипке, в основном мешаю слушать музыку на концертах. А вообще все вместе в эстрадивальнике. Я надеюсь, что вы сразу поняли, что характер сегодняшнего концерта будет в основном шуточным.